Транспорт, срок временного ввоза которого истек в сентябре прошлого года, необходимо вывести с территории Евразийского экономического союза. Североосетинская таможня проводит мероприятия по установлению фактов, которые позволяют снять автомобили с таможенного контроля. Речь о транспорте, срок ввоза которого автоматически продлили из-за пандемии коронавируса. Если по результатам проверок факт обратного вывоза таких машин не будет подтвержден, в адрес декларантов направят уведомление о неуплаченных в установленных срок платежах. В отношении иностранцев будут приниматься меры о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.